Подготовка округа к отопительному сезону подходит к концу. Обычно отопление в дома подают уже в середине сентября. Готовность котельной на улице Шевлякова в Люберцах проверил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Пока еще на улице тепло, в котельной на Шевлякова идут профилактические работы. Рабочие торопятся, потому что сейчас в близлежащих домах нет горячей воды. Идет просто осмотр, профилактический ремонт всего хозяйства, где есть какие-то подозрения, что могут возникнуть проблемы зимой. Поэтому, да, службы работают, и сегодня котельная остановлена с 1 где-то по 15 августа. Ну, я думаю, мы даже раньше ее запустим на день-два. Эта котельная построена в 1960-м. В 2016-м проведена ее полная реконструкция. Все оборудование новое, увеличенной мощности. То, что оно не российского производства, трудностей с обслуживанием и ремонтом не вызывает. Есть оборудование, которое сегодня не только на этой котельной, а на целом ряде нашего городского хозяйства, это и в системе водоканала, электросети, да, применялось и применяется оборудование импортное. На сегодняшний день наши специалисты отрабатывают, каким образом можно выйти, если понадобятся запасные части. У нас такие наработки ведутся, они и есть. На сегодняшний день округ готов к отопительному сезону на 71%. Профилактические работы проведены в 65 котельных, 18 ВЗУ и почти в 1700 домах. Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.